9 февраля – одна из дат, почитаемых в нашей стране как День воинской славы. В этот день вспоминают подвиг русского крейсера «Варяг» и его командира Всеволода Руднева, навсегда вошедший в историю русско-японской войны 1904-1905 годов. О событиях тех лет сегодня вспоминают редко и мало. Японцы начали боевые действия вероломно, не объявляя начало войны, но это не сломило дух русских солдат. И одним из примеров, оставшихся в веках, стал именно бой, в котором погиб варяг. Выдержав неравный бой с японской эскадрой и не спустив флага перед неприятелем, русские моряки сами потопили свой корабль, лишенный возможности продолжать бой, но не сдались врагу. Сегодня отмечается 112 лет со дня боевого крещения нашего корабля «Варяг», который, значит, в свое время показал мужество, отвагу и стойкость русского моряка. В честь этого мы постоянно, каждый год, собираемся в клубе «Альбатрос» и здесь, в молодежном центре, чтобы отметить эту знаменательную дату. Мы нашу задачу считаем донести до вас то, эти страницы, забытые страницы нашей истории, вот именно до вашего поколения. Мы часто ходим в школы в Рязани, и в этих школах проводим, значит, беседы и встречи, патриотические встречи. Ну, как говорится, воспевая наши флотские традиции. У выхода из залива японская эскадра, превосходящая «Варяг» артиллерийским вооружением более чем в 5 раз, а торпедным в 7, преградила русским кораблям путь в открытое море. 6 японских крейсеров и 8 миноносцев заняли исходные позиции. Японцы предложили русским кораблям сдаться, но Руднев приказал оставить этот сигнал без ответа. В результате жестокого боя на «Варяге» из экипажа в 570 человек было 122 убитых и раненых. 100 человек были легко ранены. Ну, во-первых, мы сейчас уделяем большое внимание ветеранам как Великой Отечественной, так и морского флота, потому что осталось их не так уж и много, и мы хотим собрать как можно больше информации, чтобы могли передать своим потомкам. Каждый раз хроника трагических событий дополняется новыми документальными материалами, которые вновь относят пришедших навстречу к сложным событиям в истории нашей страны.